Вот видите, я продолжаю снимать дальше. Видите, у нас красиво, тут прикольненько такая. Вон там жба моя уже давно далеко ушла. Ну прикольненько будет в конце также сначала от третьего лица, потом от первого, а потом опять от третьего. Завершить видеолика. Так, 3-минутный видеолик запишу. Прикольненько будет вам места показываю. У нас красивые места, горы, видите, а? Вообще скауты сказать, я имею в виду. Вон лес красивый. Ну, в общем, прикольно, стопсы. Вот, очень-очень красиво. Думаю, вам понравится. Почему бы такие видеолики записывать коротенькие? Может, прикольнее было. Мне просто понравилась идея Данила. Я решил тоже так сделать. А? И почему бы и нет, у нас тут красиво. Прикольненько. Дальше тоже запишу, поэтому радуйтесь, смотрите. В общем, будет классненько. Я пока что думаю, знаете, что сделать. Паузу нажать, чтобы вам больше мест показать и меньше времени заняло. Чтобы 3 минуты 4 вышло видеолика. Ну, пись, у нас очень-очень красиво тут, а? Поэтому всем спасибо за просмотр, за ваши комментарии, за ваши лайки. Огромное спасибо за поддержку меня и моего канала. Мне очень приятно, что вы помогаете мне и развитию моего канала. Смотрите, вот очень-очень красиво. Жалко, конечно, у меня на телефоне камера не такая классная. Было бы супер, если вы бы еще лучше увидели бы, а? Качественнее. Но, увы, у меня пока на новый телефон денежек нет. Ну, потом, как появится, зато я куплю себе телефон получше. Нифига себе, большие листочки, охренеть, а. Вот тут красиво, так вы здесь зелень, а. Мы давно с другом не ходили за местечко, называется, куда мы идем, путь, куда мы идем, называется Волчьи ворота. В принципе, можно так видеоролик назвать. Ну, в принципе, ладненько, тут не важно как. Можно как угодно назвать, в принципе, может, потом придумаем еще название. У нас тут очень-очень красиво и прикольно, такие большие листья, я просто офигеваю, крутяк. О, ищите, как очень красиво. Кстати говоря, в скором времени я выложу 10-ю серию игрушки, метрошки на своем канале. Но пока что у меня просто нет времени записывать это видео игровое. Обязательно это сделаю, запишу и выложу. Кстати говоря, в скором времени, когда я пройду Far Cry 1 и метро, я собираюсь поменять свой ник канала. Мой канал будет называться Темный рыцарь, Темный рыцарь Games. Прикольное название, думаю, вам понравится. О, видите, как у нас тут красиво, везде горы. Ага, зелень. В общем, у нас очень красиво тут в Топсе, поэтому обязательно приезжайте, а? О, мой дружбан Миха, блин. Мы с ним пошли вместе, кайфуем, а? Давно мы не ходили куда-то, сейчас в лес постоянно за компом работа и все, блин, а? Времени отдохнуть нет, ну вот, наконец-таки нашел время. И вот, решил, как раз-таки, с дружбаном сходить отдохнуть и рассказать. Он меня, так сказать, уговорил, не уговорил, а просто время нашли, и вот решили сходить, а? Просто я тоже давно ходил, хотел сходить, но у него просто работа такая у моего друга не очень. Вот, поэтому вот, наконец-таки выходные наступили, а мы вот пошли в очень классное место, а? Суперское, бомбическое, очень реально красиво тут. Прикольное местечко, даже можно искупаться, блин, а? Реально. Вот там вернуть. Лягушки плавают, правда, хреново видно на самом деле, солнце светит, да? Ну тут очень прикольненько, а? О, ну, в общем, мы туда вот идем на Волчьи ворота. Кстати, видеоролик будет называться Волчьи ворота. Ну, прикольное название, я так думаю, а? Поставить, кстати, его на где-то даже минут, наверное, 4 километра, не 3-4, а больше, а? Вот видите, тут у нас речушка маленькая течет, правда, сейчас очень жарко, поэтому она стала очень маленькой, как вы видите, а так она большая. Классная была, да, практически высохшая, просто очень у нас жарко. Плюс где-то 35-40 градусов, в общем, капец, а? Только в теньке мы спасаемся, а? Тут у нас, видите, очень красиво, классно, а? Мы сейчас с другом, о, на Волчьи ворота, я уже говорил, идем, это еще идти недолго, поэтому я очень задолбаюсь, а? А, был бы топать, говорит друг, а? Правда, там, а? Высохла вода практически. Плохо, что высохло. Да, вот, еще бы, конечно, спуститься бы. Ой. Смотрит, с вами посмотрим. Ну да, есть такое. О, видите, у нас водопад тут был, а? Ну пересох, а? Печаль, беда, конечно. А мы вот тут, да, нам еще перелететь до этих Волчьих ворот. В общем, полнейшая задница, а? Там, друг говорит, будет красиво. Мы просто ходили с ним очень давно. Но, правда, я уже не помню, это реально было давно. Я уже все забыл. Конечно, вода у нас красивая, реально, с чертика. Если бы у меня еще лучше камера на телефоне, вы бы еще увидели реально ее просто бомбическая. Ну, да. Классненькая водичка. Вообще так же, мы еще идем. Нам еще с другом пилить до этих Волчьих ворот. Но там будет красиво. Мы, говорит, мой дружбанчик, а. В общем, видеоролик вам понравится. Прикольненько. Не просто видеоролик, как я, мы отдыхаем с дружбаном. И все, это не. Ну, можно, а мой друг Данил так делать видеоролики. Почему бы мне так не делать? Хотя, говорю, у него классно получается. Ёбские паузы не нажал, ладно. Блин,
А, лопухи, это реально такие большие. Охереть, сколько ж тут их растет, а? Как мы тут говорим, лопуховая роща. Это капец, сколько тут лопухов. А нифига сейчас в лесу тут что замутили люди, а? Офигеть, конечно, скала высокая. Тут граффити нарисовали, правда, не знаю, что там именно. А, там, по-моему... О, ставите пальцы вверх, лайки ставьте, а? Вот этот намек, а? Видите, прикольно, да? Реально красиво, прикольненько такое. Нихило такая скала. И граффити прикольная на самом-то деле, а? Там вон туды пилить и пилить с дружбаном. Нифига себе тут красиво, охерьте, я тут вообще не был, реально. Тут говорит, что мы тут были, а? Я вообще не помню, офигеть. Как тут красиво, посмотрите, реально прикольненько. Да, видели, затянулся, я ничего не говорил. Но реально классно получается, прикольненько. Нам туда еще идти. В общем, капец. Ну да, прикольные ступеньки, кстати, от воды появились. Видите, да? В общем, у нас очень тут красиво. Я тут, правда, не был ни разу. Я не помню, что мы тут с другом были. Нифига себе тут скалы. Как тут, что тут красиво, а? Блин, просто прикольно, бомбические, реально. Мне очень тут нравится. А как мы доберемся до волчьих ворот, я вам скажу. Наконец-таки мы добрались до волчьих ворот. Опачи, еще одна скала. Сколько тут скал, а? Фиг. Ну, просто зря много красивых скал, а? О, мой дружбан, блин, идет, а? Вон там тоже человек пошел на волчьих ворот, тоже идет. Ну, говорит, примерно нам еще идти полчаса этих ворот, поэтому мы дойдем обязательно, а? В общем, будет очень прикольно, а? Ну, сами посмотрите, тут, ну, реально шикарно, просто красиво. Мы с другом почти подошли к волчьим воротам, как я понимаю. Сейчас камера у меня сбилась. Нам еще идти где-то минут примерно 15, поэтому затем вам покажу эти волчьи ворота. Я сам их не видел. Как они выглядят, я не знаю. Но я вам покажу обязательно. Фух. Нам еще идти, поэтому пожелайте нам удачи. Фига себе, красивый большой такой камушек. А вот сейчас лучше его стало видно. Прикольненько. Мы почти до волчьих ворот дошли. Нам осталось еще немного идти. Совершенно. Вот там тоже люди ходят, а? Вон там, вон, человек идет впереди тоже. Но он, правда, идет дальше, куда не волчьи ворота, но не суть. Мы наконец-таки с другом дошли до волчьих ворот. Вот одна скала, как тут говорит. А вот там дальше еще одна скала. В общем, делик получился прикольненький. Мы дошли, это очень классно. Их еще почему так назвали? И не только из-за того, что скала похожа на лицо волка, а потому что тут еще волки раньше ходили по этому ущелью. Прикольно. Поэтому и назвали между двумя этими скалами волчьи ворота. Прикольная история, не знал, а? В общем, очень получился классный, прикольный, поэтому думаю, вам понравится.